Над городами печальных синиц, не бейте нас в лед. Мы пригодимся в руках от этих печальных страниц. Я сжигал переплет на осенних кострах, а сегодня я пепел тащу по безумным краям. Изначальная прихоть небес, табула раса моя. Зима, 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 я заряжаю последний картечью не смело рукой. Пустые обоймы ветров может развеять предтечи над белой рекой. Хоть несколько слов, зная, что сам на прицеле, что ранен в грудь. Белоснежная простынь моя и неудержимая ртуть. Зима, зима, больничный цвет, в бинтах лучи солнца льются, лазареты санитар. Неси капель, по 10 капель, и уже смотри апрель, хрипят грачи, поют врачи. Все об одном, все в одном, вокруг разлитым молоком покой. Я запрягаю все волчьи стаи, метели в окну. Упряжь несите скорей туда, где зачала звезда золотую орду. Сияющих дней к пределам орбит на крутых виражах января. Колыбельная песня небес, колымская трасса моя. Зима, 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 ты пеленала отнима. Сияло наше тепло блокадную мглу вечеров. Нас гердыка им венчала, стучала в стекло, да порезалась в кровь, и теперь будто сам он готовишься выслугу лет. Белоснежная пристань моя, мой неразборчивый след. Зима, зима, слепая соль, хожу, скаляжу, вниз падаю лицом, эй, кочегар, согрей меня. Такую ночь нет дома без огня, поет метель, все об одном, все об одном, вокруг разлитым молоком покой. Ну, прекрасно, ребята, открыли нашу передачу «Флэт» очередную. Здравствуйте. Мы на интернет-волнах «Живого радио» находимся с вами, радиослушатели. В гостях у нас сегодня группа «Недра». И мы приглашаем нашего специалиста по подобным группам, специалиста-нефтяника Дмитрия Цидилина. Прошу вас, Дмитрий. Какой-то забитый нефтяник. Больше похож на беспризорника. Видно, человек пришел после работы. С сухарями. Здравствуйте, Дмитрий, садитесь. Это мы с вами после передачи. Что вы, Дмитрий, может быть, поприветствуете музыкантов, скажете? Здравствуй, Сергей. От лица коллектива всего шахтного забоя и нефтяной отрасли передано передать привет господам музыкантам из Москвы. Господа! Спасибо. Вам тоже. Мы должны послушать ваше творчество на предмет выступления в нашем шахте. Нефтяном прииске «Злобный». Они сидели у воды в ожидании,
как будто что-то вдруг случится однажды. Они не ведали ни слез, ни желаний, но оба мучились духовною жаждой. Летела птица, их не видела птица. Летел пилот, пилот смотрел на приборы, а им хотелось, чтобы узнали их лица, чтобы к утру на землю пали заборы. Но вышло солнце и вышло время, им показалось, что не будет известий, и райской птице не хватит кремня, чтоб высечь в небе золотое созвездие. А вокруг кипели сотни сражений, и никли флаги от обилия влаги, и кто-то бросил на весы поражение, а кто-то бросил кость голодной собаке. Они сидели молча, курили, и за 2000 лет покрылись завесой, и в ней гудели автомобили, бродили дворники, цари, поэтессы. Но вышло солнце и вышло время, и стало ясно, что не будет известий, и райской птице не хватит кремня, чтоб высечь в небе золотое созвездие. Они гадали на израильских картах, гадали на среднерусской ромашке, на часовой мусульманской петарде, да на тибетской заварочной чашке. Но помутнилось мировое сознание, угнали в Персию ковчег Арарата, продали гвозди кому-то в Лозанне, а тигр съел родного брата и брата. Спасибо. Что-то гудит. Да. Это ничего. У нас бывало северное сияние. И тогда ого-го. Оба-на. Ну, ребята, я чувствую, вы играть умеете. За ваше здоровье. Как вас зовут-то? Это Антон. Антон. Очень приятно. Дима. Из Нефтеюганска. Это Алексей. Алексей. Из Нефтеюганска. Дмитрий. Как добрались-то на нашу нефтекачку? Как? На метро. Да, как раз прямо в шахту к нам привезли вас. Что, нормально, все, не гудит вроде. Все, не гудит, давайте следующую песню. Спасибо. Не, ну мы песни серьезные поем. У нас с чувством юмора туго. Вы уж не обессудьте. Дождь и опять никаких перемен. Знаешь, время мое не для всех. У меня нет настенных часов и календарей. Я слушаю дождь, циферблаты уличных стен, молчаливую поступь весны, скрипы смазанных ветром дверей и песню безгласных далеких прекрасных дней. Дождь, на какой я странице теперь? Мне неведомы числа твои, но я слышу, стучится в мою ненадежную дверь.
нескончаемый дождь, вечный праздник причала в пылу. Подоконников секундомер, метроном протекающих крыш и песня скочить бы в последний вагон уходящих составов, наверное, меня ты не ждешь. Ты слушаешь дождь, Какое время года вы вообще предпочитаете, ребят? У меня, в общем, на данный момент есть 3 песни. Не хватает четвертой. То есть у меня есть песня про осень, про зиму и про весну. Mm-hmm. Вот. А про лето нету. Хотя лето... Значит, ты больше всего лето любишь, да? Да, скорее всего. Потому что песня-то как бы пишется не о том, что любишь. Да, песни осуждающие должны быть. Протест. Мы же рокеры. Вот, ребята, объясните мне, что такое рокеры. У нас в Нефтеюганске тоже есть такие ребята. Они ходят лысые или волосатые. Они рокеры? Кто, лысые или волосатые? Все, которые... Они в куртках кожаных. Ну вот, типа меня. Только я круче. А, они ну круче. Значит, ты... Они говорят, они круче. Что... Если ты круче, значит, ты рокер. Рабочая куртка. А у них наклепки. А, ну это металлюги. Их надо тоже. Они работают прессовать. На заводе вряд ли. Ну да, конечно. Им волосы мешают. Но я вижу. Вон сидит тоже здесь один металлист. Волосатый. Мы в Чехии волосатых не любим вообще. Бьемся. В советское время с ними, говорят, была борьба. Я понимаю, что надо другие песни петь, не готовы в списке. Нет-нет, ребята, вы играете замечательно, и мы будем очень внимательно вас слушать. Только, пожалуйста, Алексей, минутку. Объявляйте название песни. Безутешная. Говорят очень много ненужных слов. Нужно уметь молчать, нужно уметь кричать. В ней исправный рупор. Тут каждый хочет найти ключ и быть без оков. Просто найти окоп, заброшенный хутор. Что ж, твоя хата с краю, я буду твой гость. Чем ты меня угостишь? На что намажешь свой шиш? Посолишь, чем пищу? Ссора за спину, неси гордый ветер и злость мою безоглядную на чье-то кострище. Тан-тан-тан-тан-тан. Ра-да-да-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Та-ра-да-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Та-ра-да-дан-дан-дан. Все говорят, посмотри, вот ты, а вот я. Кто же тут скажет мы? Путь от чужой сумы до тюрьмы недолг. Птицы не знаю, куда все равно летят. А я ухожу от тебя, поднимаю ворот. Но перед дверью последней все же вернусь.
скажу, что забыл ключи. И при мерцании свечи мы их вместе поищем. Листья с крыльца унеси, гордый ветер и грусть мою безутешную. Да чьё-то кострище там, ра-ду-та-ду-тан, ра-ду-та-ду-тан, ра-ду-тан-да-ду-тан, да-ду-та-ду-тан, ра-ду-та-ду-тан, ра-ду-та-ду-тан, ра-ду-тан-да-ду-тан, да-ду-та-ду-тан. Вспомнись, гордый ветер и груз мою безутешную. Ух, хорошо. Группа «Недра» на живом радио. Следующий. Ребята, скажите, где вы работали или работаете? Слушай, а ты не снимался в фильме это, про Мелофон? Там такой был... Вертер. Робот. Мелофон. Я не смотрел фильм, но прошу не уходить от вопроса. Так. К тому же тут приходят нам записки. Так. Мне позвали их принять, и вот спрашивают... Пока ничего не спрашивают. Говорят, что Поливанов металлист. Ну, что это такое? В общем, какие-то ваши друзья тут. Прикалываются, да? Скажите, где вы работаете? Или работали? Я работаю в духовом оркестре, в джазовом ансамбле. И подрабатываю на телефоне оператором. Алексей скажет за себя сам. А что я должен за себя сказать? Где ты работаешь? А, да я... Кроме музыканта. Да что за профессия? Я юрист вообще по образованию. Ну, все. Не, я подмастерье сейчас. Ну, я не знаю, буду я мастером или нет. Ну, мастер гитарную работу, да. Гитару делаю. У Шамрая? Ух. Ну, да, какого Шамрая? Круче. Намного. А ну, расскажите подробнее. Эти что? Гитары, их можно взять в руки? Их на них можно даже играть, да. Могут ребята их брать и радовать наш слух? Да, конечно. Все нормально, там все серьезно. Я, может быть, скоро стану. Да нет, вообще это все. Музыкант должен быть музыкантом. Вот Антон правильно начал. Он на самом деле то, что он последний назвал, это основная его работа. А вот. Телефон? По-моему, хорошее хобби. Телефон? Наглая ложь. Мы тоже в качестве хобби. Телесетями занимаемся. Интернет-концерты даем. Что интересно, что концерт действительно транслируется в мировую сеть, и вас могут слушать нефтяники всех стран. Романс. Где есть нефть? Помнишь, как мы провожали закат, небо в глазах... Красным околышем, и как хотелось той ночью сверкать и говорить, помнишь, как мы провожали друзей, как были все рюмки разбитыми и фонарями моргали звезды. Над мостовой, как получилось так, что мы одни тихо сидим, шуршим одеждою, падает снег на ладони твои, и никого нет. Thank you.
прекрасная песня ретро-жанра на интернет-волнах живого радио. Имитация скрипа 30-летней давности пластинки отрабатывалась с нами в условиях особой конфиденциальности. Это запатентованное средство. Ни хрена себе. Покруче гранжелязера. Елена спрашивает, из записки пришел вопрос. Как называлась вторая песня и предыстория ее написания? Вторая песня называлась «Золотое созвездие». Очень старая песня, мы недавно ее вспомнили. Как писалось, когда писалось, неизвестно теперь. Это нужно поднимать архивы и смотреть. А сколько у вас всего песен? Насколько богат ваш репертуар? Много песен. Не считали, много. А дисков сколько у вас? 1000 штук. Кассета. 1000 штук. И все одинаковые. Здорово. Где они продаются? Продаются... В Америке, на Дерибасовской они продаются. В магазине «Зигзаг» продавались когда-то. Но в основном можно найти их через распространителей, на которых можно выйти с нашего сайта. Вот два дилера сидят здесь. Хорошо. В общем, если кто будет в Москве, пожалуйста, зайдите в магазин или к распространителю с синим диском. Не грусти. Я еду домой, время уходить, время провожать. Солнце бьется в окно, птицей дурной, птицей шальной. Шаль, шаль, но надо уезжать. Не грусти, не грусти. Все, все, захлопнулась дверь, тронулся состав. Дрогнули мосты, зал ожидания пустой. Где ты теперь? Где ты теперь? Жаль, жаль, что некого мне ждать. Не грусти. Не грусти. Дожил, шел, да не нашел. И месяц крошится в дне, в звезды я по ней, в придорожную пыль. Жаль, жаль, а там было хорошо. Не грусти. Не грусти. Не грусти. Ведь все в твоей горсти. Thank you.
Ну, у вас прямо оркестр целый получается, у двоих. А сколько у вас вообще в группе-то? Шестеро. Да, шестеро. Причем один запасной. Основной состав 5, и барабанщики меняются. Да. И что, все работают? Все как один, все работают. А как вы образовались вообще? Вот историю какую-то расскажите нам про себя. С чего все пошло-то? Как? Не было, в принципе, ничего. Ничего не было. Там 7 дней можно опустить. Там. Да. Вот это вот все. Дальше. Новейшую историю группы «Недра». Случайно все получилось. Как бы захотели что-то поиграть. Неизвестно что, но хотелось просто лобать. На гитарах, на электрогитарах. Достали гитары какие-то советские. Там какую-то установку Ригу, помню, да, Рига была. Такая картонная установка. Как на этих, на кастрюлях. Не на кастрюлях, а на коробках вот играешь. Ну и вот так все собрались, а потом постепенно поняли, что это завлекает. Антона нашли. Мы сначала четвером были. Ну, в принципе, все. Самый главный организатор был барабанщик наш. Старый, как бы, как ни странно, сейчас его нет с нами, то есть, как бы, он ушел с группы. А он сам был таким пробивным, то есть, он нашел помещение, нашел духовую секцию. И сколько времени-то это все происходит у вас? Это новейшая история. 6 лет, наверное, даже больше. Конец 99-го года. Да, 99-го года, осень 99-го. Музыкант с дудочкой. Очень. Барабанщик-то не жалеет, что ушел первый. А кто его знает? Он не общаетесь. Ну, редко видимся, но он. По нему не поймешь. Он темная лошадка всегда у нас был. Мне кажется, хочется ему просто поиграть. Он просто, потому что ему негде играть надо. А пусть он играет с вами. Позовите двух барабанщиков. У них уже 2 есть еще. Кто нам? Третьего, что ли? 2 барабанщика. И все работают? Да, все работает, все ровно. Ребят, тут спрашивают, записка пришла. Вот вы играли на просвете. Что вам дало? Вот. Эмоции хорошие. Этот концерт дал. Все, больше ничего нам не дало. Что за просвет? Просвет. Какое мероприятие в Б2 на первом этаже. Проекта Дмитрия Деброва. Вроде как, да. Но... Дмитрия Деброва, телевизионного мастера, известного. Да. Откуда его? Наши знают его. Да? Телезрители. А. Спасибо. Значит, я думаю, вас в шахте знают. Увидим. Посещал шахту, конечно. Ошибаетесь. Нет? Не все добывают шахту, мы добываем нефть. Ну что ж, как назовете следующую песню, так она и полетит. Да, плачь. Называется песня. Это грустная песня. Это светлая песня. Березовых слез дым, горечь твоих сигарет. Мы навеки не всерьез, однажды на сотню лет. Растопила льды.
свободных широт. Качающих стай. Мы просто зацепились пером, мы просто считаем до ста. Розовых лучах крылья молодела. Все, что не сейчас, то дым, 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 плач. Мы росы песчаных дворцов, горсть неразменных монет. Не прячь же так кропкое лицо, ты счастья, которого нет. Плачь, плачь, плачь. Там, где налегке легкие волны, все, что не в руке, то дым, дым, дым. Там, где горизонт, там, где далеке мыло, все, что невесомо. Дым, дым, дым. Плач. Замечательная релическая песня группы «Недра» на живом радио. А сколько у нас еще времени? Еще у нас еще времени. Ну, минут 20, наверное, 20-25, вот так вот. Нифига себе. Что, боитесь иссякнуть? Нет. Мы знаем, у вас много песен. Есть даже диск. Ну что, давайте тогда 20 минут и нон-стоп. Ну, еще пара вопросов будет. Да, ребята присылают. У нас есть, конечно, радиослушатели. Классно. Хотят запись концерта. Пока больше ничего не хотят. А что? А что мешает? Будет запись. Дадим. Тут есть... Звукорежиссер он даст. Спасибо. Расскажите еще немного о себе, о вашей личной жизни. Кто из вас комсомолец был? Кто пионер? Я был последним пионером этой страны. Целых 3 месяца. Я даже не научился галстук завязывать, я одевал его через голову. Вот. И все, потом это все отменили. Вот, я сейчас спою песню, кстати, про это. Не про это, там есть... такая строчка. Антон, который играет на дудочке. Он а сейчас... я даже октябренком не был. Слишком молод. Да. И без ус. Смотри, слушай, это пляшет мое поколение, как на коленях под звуки труб полевого оркестра. В окружении звезд и прохожих мест, в отражении глаз и кривых зеркал, на окурках сражений за ненужный мост, на обломках мечты у подножья скал. Е-е-е, и снова смутные времена. У данной стены без боя, а революция не нужна. У нас сейчас путь, секс, дракс, и оставляя только имена. Вылетает пыль героев, и ничего уже не надо ждать. Все сделано до нас. Так вот видишь, теперь весь мир умещен на витрину.
Теперь экраны вещают нам, какую лучше взять позу. Рожденные в солнечных октябрях, очевидцы конца пионерских зорь, навсегда пригвожденные к якорям комсомольских улиц и площадей. Ей-ей, и снова смутные времена, утоны стены безмолвия. А революция не нужна. У нас сейчас бокс, секс, дракс и оставляю только имена. О, летает пыль героем, и ничего уже не надо ждать. Система надо нас, 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 нас. Кинчев с Цоем тоже сожалели о судьбе своего поколения. Получается, ну, мало что изменилось, хотя вроде так, даже по словам ясно, что много. То есть да, все еще есть о чем сожалеть? Нам не о чем сожалеть. Мы построим новое общество. Где будет много нефти, газа, и все будут обеспечены работой. Ребята, молодцы. За нами будущее. Я вижу, Алексей, у вас бокал. Пуст. Но... Как пуст? Как? Так пуст. Имеет свойство... Сейчас набулькаем. Не может какой-нибудь человек нам помочь? Потому что я не могу встать. Вот, Алексей... Спасибо большое. Вы пейте, но знайте меру. Потому что молодежь имеет свойство не замечать годов. Колыбельная. Может мне бежать полем рожью, будет в небе серп юный месяц, мне схватить юнца за тонкие рожки, да себе на шею повесить. Он пыльцой усыплет ресницы, он добавит меду в мой улей. Разожму кулак, может, вылетит птица, и внизу закончатся пули. Ты виси, виси, не перечь мне, на небесно-медной цепочке. Звездочка к звездам, колечко к колечку, пусть уйдет еще одна ночка. Расскажите. Много зрителей. Да, много зрителей. Расскажите, может быть, что повлияло на ваше вот, музыкальное творчество. Наверное, вы же слушали разные. И мировоззрение. Да? Мировоззрение, да. Все слушали. Ансамбли. Все просто этим, как сказать-то, кушали, просто всеядные были. Там на рубеже 2000-летий. Даже пораньше. То есть мы все переслушали, а потом уже. Сейчас уже все, каждый член группы, у каждого свои вкусы. Я, кстати, правда не знаю, какие у Антона вкусы, что он слушает до сих пор. Он какой-то загадочный. Что ты слушаешь, Антон? Мне музыки хватает. Микрофончик, пожалуйста. Мне хватает музыки, которую я сам играю. В духовом оркестре? На огромном количестве разных инструментов. Я, кстати, сегодня шел и думал о вот этом таком вопросе, самым каверзным всегда.
группе «Недоры», типа, какой у вас стиль? Поэтому не сдаем, потому что знаем, что кавер. И не, и придумали, я придумал такой ответ пафосный, типа, группа «Недоры» вне стиля. Группа «Недоры» выбрала в себе все стили и делает свой новый стиль. Вот. Ну, так надо отвечать, я думаю. Ну, слава богу, в последнее время уже перестали задавать этот вопрос. Хотя в Чехове задали. Тут было мероприятие в Чехове, рок-фестиваль, типа. Ну, не рок-фестиваль, рок-выступление, можно сказать так. И там была девушка, которая делала все как на муниципальных этих рок-фестивалях, конферансье, там объявляет, какую-то историю рассказывает. Ну, об этом долго, да. Сейчас будет песня. У нас тоже есть нефтяник-конферансье. Олигарх местный. Шутит. Песня, значит, тоже старая. Да не нервничай, сейчас начнем. Сейчас я представлю. «Вперед-назад» называется. Светлую звезду, и монетой ночь застыла на весу, а в руках то ли картонные корабли, то ли клинья бумажных журавлей ждут попутного ветра. Вперед, вперед, назад. Мы танцуем на перилах и карнизах. Вперед, вперед, назад, назад. Там, где ветер высушит слезы. Вперед, вперед, назад, назад. Наше небо все в отпущенных синицах. Вперед, вперед, назад, назад. Словно долгожданные вернулись звезды. Ночью пала орлом на гудела, гудела, гудела. Ночь решеткою накрыла юные крыла. А там, где то ли верою подков на земле, то ли жажды над колодцами журавли ждут согнутые чудо. Вперед, вперед, назад, назад. Мы танцуем на перилах и карнизах. Вперед, вперед, назад, назад. Там, где ветер высушит слезы. Вперед, вперед, назад, назад. Наше небо все в отпущенных синицах. Вперед, вперед, назад, назад. Словно долгожданные вернулись звезды. Сквозь широты лютые пальца, через стены закрытые двери, долетят журавлиные голоса, упадут оброненные перья нам в пустые ладони. Пишет, что слышит вас впервые, ему нравится. Классно. В общем, все в порядке. А как зовут человека? Пока Рэй. Поэтому нравится, наверное, по песне. Рэй. Рэй? Ну что ж,
У нас осталось время на одну песню, если оператор... Вот. И, пожалуйста, расскажите еще что-нибудь. Кто были ваши родители? Кто ваши родители? Достойны ли они думают о вас? Ну, в смысле, наоборот. Хороши ли вы сыны? Хороши ли мы собой? Как? Гордитесь ли? Ну, в общем, вы поняли. Давай, Антон, отвечай. Родители поддерживают наше творчество. Иногда даже приходят на концерты, помогают материально и морально. Мы им за многое благодарны. Она даже песни сочиняет. Да. За нас. Кто сочиняет песни? Папа Антона. Ну, он пару строчек придумал. Какой песни? Плач. Плач. И вы ее используете на концертах? Конечно, нет. Вдовин неблагодарный сын по отношению к моему отцу. Ну что же, вас связывает крепкие семейные узы, ребята. Нас? Я надеюсь. Вы приедете... Ну, если ты неблагодарный сын его отца, конечно. Надеюсь, вы приедете в места, где добывают нефть. Ребятам нужны песни, которые помогут им работать и спать. Ну, в общем, успехов вам. Спасибо, спасибо. Всем привет. Приходите на концерт. Когда он будет? 14 числа будет. В Москве? И 18. А в Санкт-Петербурге будет 6 числа. Обязательно приезжайте в Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск. В марте, как потеплеет, так и поедем. А, в смысле, в апреле. Спасибо. В общем, песня, да, последняя? Завершающая, заключительная. Я попробую спеть весеннюю песню. Да. Приходит степная воля, в небо пятые океаны, по воде, по воде, а ветра между колоколен, пусть поет себе между нами. Тихий ангел пролетел. Убежим далеко, бежим налегке, и не нужно огней на маяке. Ни цыганской звезды, ни ковурых коней, все дороги теперь ведут к весне. Е-е-е-е-е. Сами будем проводниками, мы отменим всех билетеров. Навсегда, навсегда. Мы билеты сложили в стаи, нас с тобой увезет на скором. Пьяных весен череда, да капитану легко, капитан. И не нужно огней на маяке, ни кресты на руках, ни от солнца вестей. Все дороги теперь ведут к весне. Е-е-е-е-е. Е-е-е-е-е. Е-е-е-е-е-е.
весной. Доброй ночи! Весенняя песня. На интернет-волнах живого радио. Группа «Недра». Спонсор. Ваше здоровье. Нефтеюганск целиком. Благодарим нашего интернет-провайдера, телекоммуникационную компанию «Intel.com». Концерт проходил сегодня со студии «Аутгард», она же студия «Живого радио». За микрофонами ведущие были нефтяник Дмитрий Цидилин. Пожалуйста. Спасибо, Дима. Ребята, вы наливайте. Звук диджей Лемур. Режиссер Артем Каверин. И в гостях была прекрасная группа «Недра» с Алексеем Вдовиным и Антоном Машкиным. Всего доброго. Спасибо. Ждем нефти Юганске. Гостей не представил. Спасибо. Вы хоть и предупредили, что здесь все так будет официально. А мы сами не знали. Да, мы сами. Мы сами после рабочего дня сюда перебирались. Блин. Что, поиграли? Здорово.